Всем привет! Сегодня что? Сегодня у нас посылочка с Алика пришла. Ну вот, надеюсь, хорошо запаковано. Я в этом магазе еще ничего не покупал, но просил, чтобы мне запаковали хорошо. И пришла вот такая тема, пенициллин Toy Store. Ну типа как бы магазин, интересно, да? То есть вроде как с игрушками, но назвали пенициллин. Здесь ништяк, картон вообще прочный. Тут все как бы вообще офигенно, классно. Зашибись, это что? Наполеон и Аттила. Больше здесь ничего нету, но коробка и вообще доставка супер. Прям, ну, все шикарно запаковано. Вот это видели? Это то, что надо? Типа голограмма, все дела. И лягухи. Наполеон и Аттила. Шик, блеск, красота. Кстати, вот здесь еще написано интересно. Authentic. Authentic toyintoys.com. Все, вот такие, короче, блин, они прикольные. Прикольные лягухи. Тут мешочки, денег. Я потом это как-то все распакую и поставлю на полочки. Обязательно. Еще немножко, все будет. Все, вот такие черепахи, Наполеон и Аттила. И из мультика, в принципе, они даже в первом сезоне все эти есть. Вот эти все чуваки у меня тоже уже есть. Распутин и Чингиз нет. Кстати, вот Наполеон и Аттила, я, по-моему, заказывал Распутина и Чингиза. Ну да и ладно, Наполеона прислали с Аттилой, и то хорошо. Все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем покедова.